Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством действующих и бывших лидеров стран «восьмерки» и ряда государств Европы, а также глав СНГ, в том числе украинского лидера Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В частности, Обаме президент напомнил об ответственности России и США за поддержание мира и международной стабильности и отметил, что наше партнерство могло бы успешно развиваться, опираясь на принципы равноправия и взаимного уважения. В послании Меркель Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы между Москвой и Берлином.